Всем привет, рад всех вас видеть здесь. Я расскажу о том опыте, который мы получили за время работы над проектом War Robots в Pixonic, и о том, как мы начинали, какими принципами руководствовались, когда вначале выпускали какой-то контент в игре, то есть первоначально там было достаточно небольшое количество контента, и к чему мы в итоге пришли. И путь был непростой, и многое нам пришлось поменять. Но сначала такой немножко провокационный вопрос. Вот как вы думаете, сколько контента нужно хорошей игре? А, хорошо, принято. Есть один ответ, чем больше, тем лучше. Еще варианты? Ага, интересно. Необходимо и достаточно. Но все варианты на самом деле подходят, и я вам скажу, что, конечно, я немножко слукавил, когда задал этот вопрос, он провокационный. Надо бы определиться и с термином, что такое хорошая игра. И кроме того еще, мы все можем привести примеры игр, которые лаконичные, которые элегантные, в которых небольшое количество контента. Тем не менее, они подходят под это определение «хорошие». При этом мы можем также назвать игры, которые структурно сложны, в которых очень много, большое количество элементов, механик, контента и всего, и тем не менее, ну, они не удались. И дело тут в том, что одно из вещей, которое определяет, насколько хорошо будет восприниматься контент в вашей игре, это, конечно же, базовый геймплей. То есть контент нельзя рассматривать в отрыве от геймплея. Если ваши игровые механики позволяют использовать контент разнообразно, и это действительно меняет игру, то в этом случае, скорее всего, даже выпуск одной единицы контента даст вам сразу много дополнительных часов игры от одного человека. Если этого нет, то человек посмотрит на новую модельку, и весьма вероятно, что больше его ничего там не заинтересует. Тем не менее, все мы понимаем, что контент является некоторым топливом для игроков. То есть, когда игрок увидел игру, она ему понравилась, ему нужно обещание, ему нужно понимание, что в игре будет что-то еще, что в игре будут какие-то вещи, которые будут ему открываться по ходу игры. И поэтому количество контента, оно все-таки важно. Но если попытаться представить это в каком-то таком, знаете, математическом виде, то это некоторая сумма слагаемых контент, помноженная на геймплей, что-то в таком роде, например. Когда игра War Robots начиналась в 2014 году, контента в ней было совсем немножко. Ну, если кто не знает, это командная PvP на гигантских боевых роботах. Вы сражаетесь с командой противников. Игра достаточно популярна. У нас сейчас есть более 75 миллионов установок. И основным драйвером, в принципе, продаж и интереса к игре — это билдостроение, то есть комбинации роботов с установленными на них оружием, пушками. Дело в том, что есть различные виды слотов, вы можете поставить различные виды вооружения, и это достаточно сильно влияет на геймплей, это достаточно сильно изменяет игру. Кроме того, в бою участвует сразу весь ваш ангар, 5 роботов, и поэтому есть вариативность, есть достаточно большая возможность изменять стиль игры. Начинали мы очень небольшим количеством. Это было всего лишь 5 роботов, 6 пушек. Добавлю еще, что одна карта. И строилось все это на достаточно простой механике камень, ножницы, бумага. Я думаю, большинству из вас она знакома и известна. Когда у вас есть легкие, тяжелые, средние роботы, при этом легкие роботы могут кружить вокруг тяжелых, их уничтожая, средние роботы уничтожают легких, потому что вокруг них кружить не получается, а тяжелые уничтожают средних, потому что средние недостаточно быстры. И вот такой подход изначально, он казался, ну как бы, классный баланс, да, вроде работает. Кроме того, когда игра начиналась, мобильная PvP синхронная была вообще достаточно новой вещью, и многие знакомые, которым я показывал игру в начале, они такие: ух ты, это на мобиле. То есть было удивительно, что просто есть синхронная мультиплеерная PvP на мобильной платформе на тот момент. Сейчас это уже никого не удивляет. Мы продолжали развиваться в этом направлении, продолжали выпускать новые роботы, новые пушки, и через полтора года мы пришли примерно к вот такой ситуации. У нас было уже гораздо больше контента, но мы исчерпали все возможные комбинации, которые у нас были.
У нас были тяжелые роботы с хорошим там набором слотов, легкие, средние, все это было выстроено. При этом мы понимали, что если мы остаемся в рамках вот этих трех классов, ничего нового в игру мы добавить не можем, мы можем только увеличивать мощность, добавлять количество хитпоинтов роботов, делать пушки мощнее. Все. Так тоже работает. Все, наверное, тоже могут привести примеры, где если вы просто продаете более мощную технику, более мощный контент, люди охотно это покупают, продолжают играть, и ну, просто повышается тир. Почему бы нет? Но, тем не менее, мы для себя увидели такую вещь, что нет возможности продавать геймплей в этом смысле. Геймплей всегда будет продаваться лучше. Если ваш робот выделяется чем-то большим, чем просто у него больше мощности, его купят охотнее. И мы это увидели на примере следующем, на примере наших прыжковых роботов, которые у нас были практически с самого начала игры. Тоже немножко расскажу про это. Так как вселенная и, в принципе, сеттинг предполагает существование у роботов, у некоторых роботов прыжковых двигателей, которые позволяют так взмывать вверх и тяжело крупная машина приземляться. А в этом случае они у нас были просто с самого начала, ну потому что вот по сеттингу так надо, да. При этом мы заметили интересную вещь, что несмотря на то, что по балансу, по мощности они ничем особенно не выделялись из других видов роботов, при этом игроки пользовались ими охотнее, они были популярнее, их спавнили в боях чаще. Мы стали анализировать, пытаться понять, почему такое происходит, пришли к выводу, что основной интерес именно не в том, что этот робот мощнее или наоборот более слабый, а скорее в том, что он давал те тактические возможности, которые невозможно было получить на других роботах никак. Ну вот, например, на диаграмме приведена одна из таких возможностей, которая есть. Это вы подходите на дистанцию стрельбы, совершаете ракетный залп из всех орудий, отпрыгиваете назад, уходите на перезарядку из дистанции стрельбы. Еще какие могут быть варианты? Это у вас есть укрытие, за которым вы прячетесь, вы дожидаетесь кулдауна, когда ваша способность перезаряжается, вы прыгиваете из-за нее, выпускаете залп и обратно уходите за укрытие. Вот эти вещи в игре никак невозможно было получить, кроме как на прыжковом роботе. И это выражалось в том, вот в повышенной популярности игроков, к интересу к этой механике. Мы решили еще поэкспериментировать в эту сторону и поискать, а что бы еще мы могли бы такого добавить. С самого начала у нас было как оборудование щит. Это такая вещь, которую можно поставить вместо пушки, она будет защищать вас с одной стороны от атак. И требовался некоторый скилл для того, чтобы это применять. То есть это было не очень удобно, надо было повернуться боком. Камера при этом не смотрела на врага, но снаряды прилетали в щит. Это было не очень удобно, и мы решили выпустить целый пак роботов со щитами, у которых бы щит смещался с боковой части на переднюю. То есть если вы идете во фронтальную атаку, вы переставляете щит в переднее положение. Если вы идете в обход, и вам нужно, допустим, просто захватить маяк и получить минимальный урон, при этом вы ставите щит на бок и двигаетесь к маяку. И оказалось, что действительно роботы со щитами, они были практически так же популярны. И это дало нам определенный знак, что мы на правильном пути вообще-то. Мы должны двигаться в эту сторону. После этого выходили роботы такие, ходячие бастионы, которые могут останавливаться на месте. После они не имеют возможности двигаться в этот момент, но они становятся выше, их пушки высовываются из-за укрытий. И, кроме этого, они получают дополнительную защиту. У кого-то физический, у кого-то энергетический щит, который защищает их от приходящего урона. И это тоже было интересно. Это была другая тактика игры, когда вы выходите на точку и просто становитесь такой крепостью, которая ее защищает. Это работало. Но сказать, что переход вот на такую систему, в которой получается в новой модели… Если раньше у нас уникальность робота строилась на классе плюс конфигурация орудийных слотов, то теперь она строилась на какой-то уникальной способности, то есть нечто подобное можно видеть в моба-играх, у которых есть у персонажей ульты, наборы и способности, которые определяют стиль игры за этого персонажа. Вот в этих случаях
При таком подходе у нас гораздо больше свободы, потому что с каждой новой способностью мы можем выпускать огромное количество роботов, просто добавив на них эту способность и те же конфигурации слотов, которые уже были. Конечно, мы могли бы пойти путем, когда мы просто увеличили количество слотов, да? Но с точки зрения пользовательского интерфейса у нас были ограничения. Мы хотели, чтобы была возможность стрелять из каждой отдельной пушки, при этом количество кнопок не хотелось бы, чтобы становилось астрономическим, затмевало просто игровой процесс весь. Вот. Поэтому наш новый подход по уникальности робота, вот здесь выражены основные принципы, которые подтвердились. То есть, когда мы выпускали новый робот, при этом старый со старой способностью, прыжковый робот, не становился неактуальным из-за того, что мы выпустили робота со щитом. Кому нравилось играть быстрым маневренным прыжковым роботом, он оставался играть на нем. Здесь никаких проблем с этим не было. При этом, если бы мы вводили просто более высокую мощность, то старый контент терял бы актуальность. Такая проблема была. Но, опять же, путь был не очень простым. Во-первых, сам переход на новую систему внутри компании вызывал много споров и вопросов, а как не было понятно, как хорошо это воспримут игроки заранее, как они отреагируют на то, что у них больше не будет такой дифференциации между легким, средним, тяжелым роботом. И были вопросы, а что делать со старыми роботами? И вот некоторые проблемы, с которыми мы столкнулись. Ну, например, мы переделали тяжелых роботов, потому что игроки очень часто жаловались, они были слишком медлительными, слишком неповоротливыми. К середине сражения они добирались только до середины карты, когда уже все прошло. Их можно было поддерживать только как, использовать как огневую поддержку издалека, при этом игроки предпочитали входить вот в такой догфайт, сражение напрямую. На тяжелых роботах этого было сделать сложно. Мы сделали их быстрее, они стали быстрее поворачивать башню, они стали быстрее двигаться, и как следствие, естественно, угадайте что, легкие роботы стали не нужны, потому что больше нельзя кружить вокруг тяжелого робота, его нельзя убить легким. Им нужно было придумывать новую роль. Мерой, которой мы пошли для того, чтобы дать им новую роль, это было как раз сделать специальные режимы, в которых скорость была бы важнее, чем мощность. И в данном случае легкие роботы же все равно оставались быстрее, просто разница была не такой большой. Да? И вот нам нужно было, чтобы вот эта небольшая разница, она была решающей. Одним из таких режимов стал режим «Царя горы», который появился в нашей игре. Геймплей строился вокруг того, что у вас есть одновременно всего один маяк, который необходимо не просто захватить, а еще удерживать. И все время, пока вы на нем стоите, очки победы капают вашей команде. Ваша команда приближается к победе. И вот здесь именно сыграла роль то, что легкий робот может прибежать туда первым, до того, как туда добежит любой другой, встать и получить очень много очков победы до того, как его уничтожат. После того, как мы ввели этот игровой режим, мы получили две вещи. Во-первых, да, в нем легкие роботы сразу заиграли. Действительно, появились ангары, которые целиком бегали, вот просто захватывали точки. При этом мы получили недовольство огромного количества игроков, которые вообще-то привыкли к тому, что в игре основная цель — это нанесение урона. А здесь цель была совсем другой. Но у режима были лояльные сторонники, они есть сейчас, есть люди, которым этот режим очень нравится, и поэтому мы решили все-таки оставить его в игре. Следующая проблема — это то, что когда вы выпускаете новую способность у робота, новую абилку, то ваши роботы, если против них нет контрплея в новой мете, мета меняется, когда вы выпускаете новую способность. Если им нечего противопоставить, они воспринимаются игроками как имбалансные. Даже при том, что по балансу они, в общем-то, не сильно выбиваются из ряда остальных роботов. Ваши роботы становятся чем-то... Их, конечно, купят, это точно, но в данном случае будет не очень хорошо, потому что у игроков не будет выбора, они должны играть только на них. Вот мы в свое время совершили такую ошибку с дэшботами. У нас появился пак роботов, у которых появилась способность очень быстро перемещаться горизонтально, без прыжка, на достаточно серьезное расстояние, и это использовалось как уклонение от вражеских залпов. Или, например, когда можно выбежать,
выстрелить и забежать обратно за укрытие. И это делалось настолько быстро в рамках игры, что игроки, ну, они не могли этому ничего противопоставить. Это был для нас очень хороший урок, и мы поняли, что в дальнейшем мы, пожалуй, так делать не будем. Если у вас будут такие идеи, то тоже сразу задумайтесь, а что можно противопоставить этой новой способности, что можно с ней сделать. И третья проблема — это ресурсы. Конечно, сделать более мощного робота, пожалуй, попроще. Вы можете нарисовать циферки такие побольше, покрупнее, и у вас робот станет мощнее на хитпоинтах, на уроне, классно, все отлично. Но когда вы разрабатываете новую способность, которая должна быть интересной, это отнимает гораздо больше времени, прототипирования, тестирования. Как с этим подходить? Ну, то, что вот мы нашли в своей в процессе работы над этим, мы использовали модульный подход, когда, во-первых, у вас есть модуль триггера, от чего активируется способность. Это может быть нажатие непосредственно игрока кнопки, это может быть просто появление его на поле боя, это может быть какой-то порог по хитпоинтам у робота, какой-то threshold, который включает. И дальше вы можете комбинировать способность, составлять ее из нескольких модулей, например, добавлять прыжок и щит, или прыжок и невидимость, или щит и невидимость. И у вас на ограниченном количестве разных модулей, как из конструктора, получается большое количество способностей. И вот что я здесь хочу подчеркнуть. Не обязательно придумывать что-то такое эдакое, чтобы получить какой-то новый уникальный геймплей. Вот это, например, очень простой пример нашего робота Raven, который всего-навсего получил два прыжка подряд. Казалось бы, он стал прыгать выше, он стал прыгать дальше. В чем прикол? При этом, что у него появилось, он выпрыгивает, вызывает на себя огонь от всех противников, и прыгает еще раз и уклоняется от него. Вот такая тактика, она появилась просто копированием способности второй раз из-за того, что он смог прыгать, когда он прыгает в воздухе. И все. Такие вещи тоже работают достаточно хорошо. В итоге, оглядываясь назад, к чему мы пришли? Нам удалось утроить количество контента, при этом каждый последующий пак контента был популярен. И старые роботы, которые у нас были, которые были в мете, они по-прежнему в ней остаются. Прыжковые роботы, Гриффин и так далее. Мы, напомню, на тот момент, вот до этого, мы думали, что все, нового контента мы делать не можем на старых рельсах, потому что все, все классы исчерпаны, все слоты исчерпаны. Мы пришли к вот такому результату. В конце хотел добавить такую пафосную цитату, немножко умную мысль. Если у вас есть в вашей игре какая-то вещь, которая кажется вам несущей стеной, которая вот является сутью по-вашему вашей игры, но в какой-то момент она начинает вам мешать. Вы понимаете, что она вас ограничивает. Вот задумайтесь, а может быть она не несущая вовсе, может быть вы можете ее разрушить, и игра от этого только выиграет. Спасибо, у меня все. Ваши вопросы. Для вопросов подходите. Слышно, да, меня? Большое спасибо, Владимир. Очень интересный доклад. У кого есть вопросы? Ага, отлично. Подходите, давайте два человека по очереди как раз. Называйтесь и задавайте вопрос. Здравствуйте, меня зовут Максим. И такой вопрос. Вот вы выпускаете новые билки, тот же двойной прыжок. Да. Но у вас баланс завязан не только на способностях, но и на картах. Да. И как ограничение карт, потому что делать карты сложно, долго и затратно, как они влияют на это? Потому что вы не можете сделать новый класс, который бы менял полностью карту, что нужно переделывать все карты. Спасибо, да, действительно есть такая проблема. На карты очень сильно завязаны и сами способности роботов, и, допустим, именно по причине нашего прицеливания, допустим, мы не можем делать карту с очень большой вариативностью по высоте, с несколькими этажами. Ограничения есть. Как правило, это все проходит через тестирование. Мы очень осторожно добавляем в карты какие-нибудь новые элементы. Например, то, что мы сейчас о чем думаем, это сделать на картах какие-нибудь элементы, которые бы активировались игроком при прохождении, то есть некоторые интерактивные элементы на карте,
которые бы наносили урок. Вот недавно у нас появилась карта с десбоксом, в которой там робот может упасть и умереть. Это все решается через достаточно долгий процесс тестирования. Сначала внутреннего, потом внешнего. Угу. Вот. Но да, вы правы, эти ограничения они есть, и мы их учитываем заранее. Мы не то, чтобы полностью свободно сделать любую карту. А еще один вопрос. Можно? Ага. А вы не доделываете старые карты вот под новые? Да, доделываем. Ага. Доделываем. Например, есть хороший пример, когда у нас появились четырехногие роботы в игре, они просто были шире любого другого, которые были до этого, и нам пришлось расширять все проходы, раздвигать ассеты. А, еще один вопрос. Допустим, выпустили какой-то класс новый, угу. и он казался невероятно имбалансным, так что даже другой контур-класс его не может заворотить. Да, я понимаю, о чем вы говорите. Вот продается проблема, что вы должны понерфить его, но игроки уже... Возможно, даже потратили деньги на этот контент. Да. Они будут ярости, абсолютной ярости. Как с этим разобраться? Тоже хороший вопрос, и проблема действительно достаточно сложная. Можно пытаться привести их в единую балансную схему более мягкими способами. Не напрямую уменьшая им урон, а, например, через именно воздействие на его способность. Ну, вот пример. У нас появилось оружие Shock Train, которое, по сути, такой аналог, если кто играл в старые игры, цепной молнии, когда она отбивается по многим противникам. И одна из вещей, с которой мы столкнулись, это то, что это не Shock Train совершенно не учитывает, попадает он в щит или нет, он идет дальше все равно. Вот один из способов, как можно это было способность, точнее, пушку понерфить, сделать ее чуть слабее, это убрать возможность отскока в том случае, если она попадает в щит, например. Mm-hmm. То есть более такие тонкие, изящные способы, но потвикать можно все равно. Спасибо. Добрый день. Спасибо. У меня такой вопрос. А сколько вы фич прототипируете, допустим, в какой-то определенный период? Угу. И какие у вас реально есть барьеры, что вы знаете, что вот эту фичу мы не будем реализовывать по каким-то принципиальным соображениям? То есть у вас есть какие-то моменты отсева фич? Да, конечно, есть. Во-первых, что нас очень сильно ограничивает, я вот на второй вопрос сразу отвечу по поводу, какие барьеры. Что нас сильно достаточно ограничивает, это скорость анимации и скорость движения роботов, потому что если мы будем продолжать ее увеличивать, в какой-то момент мы придем, что наши миры у игроков будут жить отдельно, они рассинхронизируются и играть станет невозможно просто. Поэтому у нас есть потолок на скорость, у нас есть причем как скорость движения, так и скорость поворота башни. Кроме того, мы бы не хотели делать карты сильно больше, чтобы увеличивать дистанцию. Но это уж скорее ограничение со стороны дизайна, чем техническое. Вот, ну, такие примеры. А по поводу количества фич, которые есть одновременно, ну, я могу только сказать, что их много, их очень много. Их больше, чем мы можем сделать, и они у нас активно конкурируют. Поэтому некоторые вещи откладываются очень долго. Вот как вы их отсеиваете? Вот, допустим, какая фича пойдет в релиз, и вы так и решили, вот это оно. Если возникают споры внутри, то есть если действительно есть очень сильная защита, что мы сделаем вот эту фичу, или вот эту, то мы прибегаем к помощи внутренних плейтестов, просто поиграть. Если даже это не помогает, ну, волевое решение продюсера. Здравствуйте, спасибо за доклад. Вопрос такой, он связан, наверное, с предыдущим. Вот что сейчас является несущей стеной для Pixonic в роботах? И готовы ли вы ее разрушить? Очень хороший вопрос, и мы все пытались много раз на него ответить. Пожалуй, одной из несущих стен является сам сеттинг и вот возможность билдостроения, то есть возможность сборки робота из компонентов. Вот это пока нас не ограничивает, как бы, но если мы когда-нибудь захотим сделать вместо робота дракона, я думаю, что это будет уже очень сложно. Разный визуал явно покупать лучше, должны там роботы-пауки, вот это все. Да-да-да. Спасибо. Все, да? Больше нет вопросов? Угу. Ну тогда все. Спасибо, спасибо большое. Вам. Спасибо.